Муратбек Касымбай – настоящая звезда казахстанского ММА. Он здесь, чтобы побеждать лучших. Но на его пути стоит он – Александр, уральский гангстер Грозин. Александр Грозин! Он – элита в мире единоборств, один из лучших бойцов в стране. Эти парни знают, что такое зрелище. Казахстан, загадывайте желание, сейчас у вас упала звезда. Два супер-реванша. Тяжеловесы Т-34 против Савилова. И бой за пояс гангстера. Кирилл Черняев против Тимурлана Пирматова. Еще раз так сделаешь, я тебя снесу. Высокоуровневые противостояния. Хайбула Мусалов против Михаила Гагетидзе и Ярослав Кук против Ильнара Хантера. Поединки супертяжи. Устрашающий Мурат Халидов попытается отобрать пояс у чемпиона Амара Айдемирова. А также звезды индустрии. Федор Колтон против Артура Гусейнова. Это не на бабушке на пенсию петушки сосать. И, наконец, медийный бой вечера. Вы все его знаете. Мурат Легенда. Столкнется в клетке с Кириллом Корейцем. Фанаты будут сходить с ума. Наше дело больше, чем спорт. Саня Грозин, ребята, это вообще машина. И ему, кстати, всего 27, да? 28, сколько тебе? Ну, реально, например, ну, 27-28, но... 31 мне исполнилось. Реально? Ну, ладно, тогда приветствую всех, друзья. У нас, наконец-таки, в интервью Александр Грозин. Приветствую, рад тебя видеть. Взаимно. А что ты взял, что мне 27? Типа, ну, молодой? Я видел где-то там, в Шердоге где-то. В Шердоге? Ну да. Тебе 31 реально? Да. Все, вопрос нет. Я просто думал, тебе 27 какого-то фига. Ну там ошибка, видимо, надо исправить. Да. И там еще два боя, короче, вниз сделали. В смысле, поражение? С наша дело, типа, любительские они. А, их да? Надо туда закинуть. Вот это вот подстава. Да. И возраст на 31 поменять, и бои тоже. Все. Все, у тебя скоро бой состоится. Да. Всех ты побеждаешь. Молодец. Спасибо. Одну казахскую звезду ты спустил с небес? Ну, она сама улетела. Сама улетела? Угу. Загадал желание? Нет. Надо было загадать. А вот с Муратбеком как будет? Я думаю, он не улетит. Думаешь, не улетит? То есть... Но если он проиграет, он все равно не улетит. А, ну то есть ты с ним так на уважении, да, двигаешься? А к Магу прям так чуть-чуть недолюбливаешь, да, чуть-чуть? Да нет, у нас с Магой были просто такие игры ментального характера, то есть... Кто кого съест? Ну да. А с Муратбеком мы выйдем просто и на уважение будем бить друг друга со всей силы. Угу. И курицу-гриль. Курицу-гриль кушать, да? Да. Красава, Сань. Так, Сань, как ты превратился в такого более такого приличного мужичка? Повзрослел? Да, раньше ты там факи всем показывал, типа вот так вот двигался жестко, на всех газовал. Что случилось? Что поменялось в жизни? Так я показываю и так. Спасибо, брат. Да ничего не поменялось, просто повзрослел более как-то и, блин, и все соперники стали меня уважать. А, все, раньше типа думали, что ты, ну, типа, мелкий, раньше, да? Видимо, раньше я один такой был, а сейчас таких много стало. А, и ты типа померк в этом? Да. То есть все-таки есть много кого лучше тебя в трэш-токе? В мире ММА. Да, трэш-ток это, блин, это не самое важное. Самое важное это просто показывать мастерство и быть крутым человеком, и все. Серьезно? И все придет. Да, брат. И как у тебя получается? Как видишь. Все круто. Согласен. Боец ММА, с кем бы ты хотел подраться? Кого ты прям жестко ненавидишь? Вот прям. Да не, нету такого. Я добрый сам по себе. А парень. Что нужно сделать, чтобы тебя жестко сбесить? Ну реально, вот честно, чтобы ты прям вообще жестко ненавидел своего соперника. Ничего не сделать. Раскачивал. Реально, но я не верю. Да мне пофигу вообще. Ничего не сделать. Я не верю. Есть, ну, если обзовет тебя как-нибудь. Ну, блин, получит. Вот, но. Уже будет. Но никаких эмоций у меня не будет. Ну, а как так, ну, раньше ты прям поддавался эмоциям? Ты просто, ну, повзрослел, блин, или что случилось? Может, тебя как-то это, толпой типа, поймали? Меня? Ну, да. Ну, честно, я, только. Где меня поймать? Ты знаешь, где я живу хоть?
Вот, вот. Ты не в Москве? Нет, брат. Я забыл. Саратов. Да. Да не-не-не. Не, серьезно, Саратов. Саратов, да? Да. Все, теперь знают люди. Ну, тебе не за что сейчас вообще. Не за что. Ты очень сильный и спокойный. Нет, ну главное, что вспомнил, я думал, ты не знаешь. Да подожди, стоп. Он с Саратова? С Костромы. Спасибо, Санек. Реально круто. Как тебе вообще конфа? Да, нормально, обычно, позитивно. Видимо, сейчас телевидение, уже не так много грязи. Но там все равно этот получил по лицу Мурат. Угу. Когда? Ну, ты не видел, что ли? Ты выходил? Да. Он с ноги в голову пропустил. Реально? Реально? Я серьезно. Круто. Да. Круто? Да. Но я же хотел с ним подраться в итоге. Я же хотел с ним драться. Ну, ты сильным уровнем, ты сильнее его. Тебе, видимо, надо этот... Наоборот, не готовиться к нему. Ну, да. Анти-этот, социальный образ жизни вести, чтобы вас с ним, ну, свели. Как-то Армен надо показать, что я слабый, да? Ну, надо во все тяжкие податься на пару лет. А можешь мне жестко как-нибудь отмудохать, жестко прям? И чем это даст тебе? Ну, типа я слабый. Нет, я тебе говорю, надо антисоциальный образ жизни вести 5 лет, и потом ты с ним будешь драться, у вас равный бой будет. Спасибо, брат. Он реально думает, что я жесткий. Типа 5 лет я фигней пострадаю, тогда уже можно. Да. Блин, приятно? Ну, 2 давай. 2 года уже верится. Уже верится. Типа, ты гордишься тем, что вот все, наконец-таки достиг этого уровня, и ты на одной конференции с Мурадом, легендой? Да, горжусь. Круто, согласись. Тоже на, мне это лет 10 надо, чтобы с ним подраться, наверное. А мне лет 5 не тренироваться. Офигеть, реально на уровне. Это сколько раз сильнее тебя получается? Быстрее меня, с Мурадом подерешься. Ну да. Ты еще после боя моего, да, мне писал, типа, что я машина? Я смотрел. Ну я вообще, типа, жесткий тип. Ну там какой-то соперник тоже какой-то этот, не соперник. А видел сальто от этого от октагона? Да. Назад? Я тоже умею так делать. Реально? Ну только на ноги, наверное. Ну да. Ты на живот сделал? Я на колени его сделал. На колени не только перед октагоном. Так, ну что, Сань, хочу сказать. Расскажи, пожалуйста, как ты готовишься? Кто тебя готовит? Да никак не готовлюсь. В разъездах. Гастроли? Да, съемки, гастроли. Так где-то успеваю форму подержать чуть. Серьезно? В доспехах ползу. Ты все, ты не профик уже? Я снимаюсь, здесь же езжу уже. Ну, ладно, Сань, уже. Серьезно? Ну, Сань, реально. Не, я профессионал, да. Все, вот так уже. По 3 раза в день тренируюсь, вот. По 3 часа. Вот. А то какие съемки реально? 3 часа сначала качалка у меня, потом 3 часа лапы бью и 3 часа грэплинг. Круто, вот это достойно. Вот так надо, а то Муратбек сейчас посмотрит видео. Чё, да, я вот сейчас с Муратбеком, мы сейчас больше в борьбу готовим. Грэплинг на спине. Круто. И этот, чтобы я сразу бороться пошел на него. Ты как грэплер хочешь, так вот гонг, и ты так на спину падаешь, да, типа? Угу. Сразу начинаешь возюкаться. Ну, по грэплингу хочется тоже свои навыки показать. Круто, круто. А он чемпион мира по грэпплингу, понял? Вот именно в этом хочется, да, ему этот, показать навыки. А он еще же у нас дрался на руках с Баваром, с кулачником, которого Барнакли сейчас дерется, и выиграл его. Да. То есть ударка тоже хорошая. Ну, там же еще ноги есть. Тут не подумал. Да, у меня ноги, ты же знаешь, вертушки мои. Жестко. Да, и хорошо двигаюсь на ногах я. Блин, красава. Да, брат, спасибо. Подожди, ну знаешь что? Угу. Вот ты говоришь, что тебя невозможно взбесить, а вот перс тебя бесит. Да не, нормально он. Типа, брат его немного раздражает, подбешивает. Алиха и Батя? Да, бро. Реально? Ну, подбешивал, сейчас не знаю, сейчас вроде тихо все. Он сейчас дерется, кстати, вот сейчас, пока мы с тобой общаемся, он дерется. С Серебым. Бабки зарабатывают. Вот с Алихой и Батя подрался бы? Заплатите, конечно, я ему. Сколько? Отпинаю его. Блин, ну... 1300 давайте за него выдать. 300 тысяч, и ты дерешься с Алихой и Батя? Да. Не готовясь. Давай. Армен, разбей, пожалуйста. Позвоните Армену, что он приехал сейчас прям, разбил. 300 тысяч? Давай. Ну, а сколько? Миллион? Да все уже. Уже. 300 тысяч долларов, в смысле? А, ну круто. Ну, ты же рублей имел в виду изначально. Евро? Все круто. Хорошо, Сань, хорошо. Давай, ну за 300 тысяч поделюсь, серьезно, пофигу. Рублей? Да. Ну и вот, все, сейчас его поставьте его в минутку эту. Даже можешь 5 минут поставить и подерусь. Все, Армен, я все для вас сделал, то, что вы просили. Да. Со мной. За 75 тысяч рублей. Сколько ты весишь? 80, сейчас 8, но я ради тебя, если ты боишься, сгоню. Нет, надо набрать. На 90 и за 90 подеремся. 90 килограмм, 90 рублей. 1000 за твой килограмм веса. Армен? Не благодарите. С Вадим Вадимычем за 15 тысяч рублей.
Ну, я с вами костюм свой, да, с которым сейчас выходил на конференцию, то вот этот, возможно. Нормально. Да можно все в один, короче, по очереди вас позагружать, и того будет там 1500. Неплохо? Неплохо. Неплохо. Кредит, и... кредит закрыть. У тебя кредиты? Ну, чуть-чуть есть. Что, ты не вывозишь после гран-при сейчас? Ты же уже все при бабках. Был. Круто. Как вообще живет Александр Грозин? Какой Александр Грозин в жизни? Какой Александр Грозин семьянин? Хороший. Жека секси. Жека вообще угораю, бля. Постоянно всякую фигню снимаю. Смешно. Тебя реально веселит Жека секси? Да, да. Контент красавчик. Жеки секси. Прикольно, ну смешно. Красава, красава. Реально уважуха. Да, Жека красавчик. Брат. Ты сейчас прикалываешься? Нет. Сейчас скажи. Жека красавец. Жека секси красавец. Жека секси секси. И контент Жеки секси крутой, да? Да, смешно очень. Не всякие доты там эти задроты. Угу. А ты в компы играешь? Нет, брат, не играю. Вообще не играешь? У меня не было компа. В жизни ни разу. Что бы ты сказал, если бы предстал перед Богом? Да, ну, так, чисто, знаешь. Ну, просто, типа, серьезно. Сказал, почему я... А не он. Не попросил больше. За нарек. Я не знаю. Как знал. Ну, видишь, я тебе здесь сразу руку подложил. Круто. А какие еще вопросы Познер задает? Кто задает? Познер. Я не смотрю это. Топ-3 рэпера России на данный момент. Мне крэк нравится. А рэперы? Не старые. А это рэп же? Ну, нет, в смысле. А что такое крэк? Просто название группы, в смысле, вот. Крэкеры с сыром. Ну, нет. Шрек. Ладно, давай еще раз. Нарек. Не, ну, ну подходит же. Ну это да, это рэп реально был. Ну я думаю, блин, я сразу так не могу вспомнить. Извини, что давлю. Блин. Три, еще два надо? Да. Блин, да еще. Гуф? Да, ну Гуф нормальный, но не топ точно. Нинтендо? Ну он тоже нормальный, но не топ. Смоки Мо? Не. А, чуть-чуть ошибку не допустил. Ну кто? Ну ты мне говори, я уж не помню их. Кэмми, можешь помочь? Ну, неплохой. Кто? Кэмми Рошмович. Кто еще раз? А ты что сказал? Я говорю, Кэмми, можешь помочь? А. Не, реально, все, крэк номер один. Ну да, мне нравится Асай. Это в тизер пойдет. Асай. Что сказал? Ну что, слышал? Я не повторяю два раза. Отстаньте, пожалуйста. Ладно. Хорошо. Как Саша Грозин проводит свой выходной, лучший день в своей жизни? За телеком являюсь. Саша, что не смотришь? Ну, смотрел, если там интернета не было. Пришлось смотреть было. Все, хорошо. Так. Смотрю бои на Река, типа, вот как он. Круто. Все вот он. Контент Жеки Секси, мы это уже слышали. Ну, Жеки Секси попадается иногда. Будни, выходные-то не попадаются, наверное. Ну, он ушел, я реально в шоке, что тебе нравится. Ну, прикольный типок. Хорошо. Наше дело или UFC? KFC. Так, Саша, я очень рад был с тобой пообщаться. Взаимно. Чуть-чуть местами было очень круто. Так вырежете? Да, мы подрежем, все круто будет. Что ждать зрителю? От тебя и Касымбая. Хорошего боя. И Курю Гриль. Можешь вот прогноз дать, пожалуйста, нашим погода? Зрителям? Жара будет? Нет, плюс зима. 30. Декабрь. Ой, плюс. Да, плюс 30 будет. Мы же русы зададим с Мурдбеком Касымбаем. Жарко будет. Хорошо. Как Новый год праздновать будешь? И поздравь наших людей, нашего дела. Наши люди, нашего дела. С Новым годом поздравляю. Всего хорошего, не болейте. Не играйте в доты всякие, эти в задроты, то будете вот похожими. Угу. Вот, кайфуйте по жизни и смотрите наше дело. В следующем году будет только круче. Да, ты нет? С нами двигаться будешь? Я подписал контракт. Волнуюсь немного, вспотел. Ничего страшного, брат. Все волнуются, когда со мной общаются. Ну, я и говорю, что это как-то меня это само по себе. Круто, Сань. Спасибо, что пообщался. Мне нравится, что ты с нами. Спасибо. Вам, вот. Что вы с нами, со мной. Да, да. Не бросаете. Саня Грозин. Нарек Симонян. Мы теперь вместе. Новая программа. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. На наше дело Студия Плюс. Да. Все, спасибо. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания. До свидания.